Да, им сейчас деваться некуда, они, короче, по ночам пытаются проходить. И это, ну, не получается у них нормально все. Что не получается? Здесь они пытаются по ночам проходить, а вы их уярите. Ну, что, теперь они сами выбрали свой путь. Мне их не жалко. Мне тоже уже нет. Уже вообще нисколько. Мне и мирное население уже не жалко. Мне тоже не жалко. Кто хотел, тот уже уехал отсюда. А кого да, им же давали возможность. А кого херачим уже? Сами остались. Похер. Сынок, не теряйте боевого духа. Ты только видел, что они там творят. Ты знаешь, вы делаете великое дело. Вот это запомни и всем передай. Что мы делаем? Убиваем гражданских детей, блин? Нет, вы не убиваете гражданских детей. Поверьте. Вы фашистов убиваете, блядь, поверьте тоже. Все, прекрати, не надо об этом.